И не ты один. Между прочим, из-за тебя, гения, уже весь отряд был бы мертв. Браво! Ладно, я понял, но больно же! Что больно? Это... Ау! Мне-то откуда знать? В меня не попадало. Ау! Так, чувак! Не в упор же, ты мне глаз мог выбить! У меня вечером свидание, не уродуй меня! Ну да, прости. Прости, виноват. Пусковой крючок сломался, наверное. Да что не так с этой пушкой? Слушай, обещаю, кому-то да точно хватит, влетит. Хватит! Когда... Все, просто перестань! Зря я не дал тебе сдохнуть в Гренаде. Но тогда и тебя бы здесь не было. И ты бы не смог играть в эти игры. Вот именно. Ненавижу тебя. А вот это уже обидно. Я же люблю тебя. Но ты отрицаешь это, потому что боишься близости. Психолог скажет, что Джек, тебя в детстве мало обнимали. Туда глянь. Дэнни, я же не идиот, чтобы... Парни, все в укрытие! Дэнни, ты цел? Типа того. Это агент Джек Бёрнс. Нужен медотряд, срочно! Снаряд ударил в северо-западный угол учебной зоны. Много раненых. И кто-нибудь объяснит мне, какого черта вы жжете напалмом своих же солдат? Никак нет. В вашем секторе не используется боевое вооружение. Чем же нас шибануло?